Здравствуйте, Сергей Васильевич. Добрый день тебе. Сейчас, минуточку, я переоденусь. А, ну хорошо, хорошо. У вас тут есть, я так понял, вам надо с хозяином поздороваться. Вон у меня три собаки, там две девушки, а вот это вот основной. Я его поставил. Аркан, ладно, не ругайся. Потому что медведь приходит. Медведь с Томской тайги пришел. Ну, маленький мой, ты хороший. Да, конечно. Да, хорошо. Я ушел. Иди, все. Я придумал эту баню. Раньше мылся флягу воды на поляну, на солнышко, и моешься. Ну а потом решил сделать. Она из бруса. Нижний венец скреплен уголком. Вот, подведены, ну, естественно, рама, подведены колеса. А, так ну, это вот. Не обычная баня, это баня передвижная? Это передвижная баня. Осенью мы ее увозим. Весной привозим. Подкапываем, обдаваленку делаем. А зачем же она передвижная? Или зимой она в другом месте используется? Зимой здесь ничего нет. Мы же все на колесах, мы приезжаем и уезжаем. В мае я приезжаю, а осенью я уезжаю. Вот, пожалуйста. Все должно быть чисто, Тимур. Все должно быть аккуратно, экологически чисто. Люди, мы же работаем. Утро, весь день мокрые. Вот. Но натуральный запах. Ну да. Он в камеру не передается, я передам на словах. Ну, печка вот. А печка металлическая. Да. И сверху, наверное, камни, да? А там вода. Да. Ну что? Вода. Вот. Это все должно быть аккуратно. Каждый день. Вы каждый день понимаете банные процедуры? Да, понимаете, работаешь ведь на улице. Жарко, мокро, пот. Вот, поэтому 5 часов баня начинает топиться. Ну а 8 часов заканчивается рабочий день. 9. Вот, идешь в баню. Ну, вот так вот. Сергей Васильевич, это ваша пасека, да? Это моя пасека, да. А вот слово «моя», вот это как-то вас греет слово «моя» или слово «пасека»? Пасека, конечно. И моя пасека, и пасека моя. Вот. Потому что в свое время папа меня научил заниматься пчеловодством. Вот, сейчас я
передал все, что знаю сыну. Сын добавил свое. Вот, и мы занимаемся. Он тоже здесь работает? Приезжает, да, в свободное время. Приезжает, работает. Вот. Дело в том, что вот я читаю старые книги пчеловодческие. Если кто-то даже в детстве занимался пасекой, а потом переехал в город, он обязательно вернется к пчелам. Обязательно. Это какое-то вот притяжение. Папа несколько лет назад вот здесь с нами находился, приехал, ну, прибаливал, и мы с сыном здесь вот за столом сидели. Он говорит: дети, любите пчел, любите искренне. Вот. И тогда только пчелы будут у вас вестись. То есть как вы скажете, у вас с пчелами взаимопонимание? Конечно. Ну, по крайней мере, я так считаю. Хотя, вы знаете, это когда молишься святому Зосиме и просишь о том, чтобы пчелы были сильные, сильные семьи. Это покровитель пчеловодства? Да, пчеловодов? Это покровитель пчеловодства и пчеловодов. Да, вот. Поэтому у меня в вагоне икона этому святому. Пчела – это Богом дано. Вот это, я не знаю, как назвать даже это, насекомое или что-то. Мы не понимаем, мы никогда не понимаем. Может, даже цивилизация? Это, скорее всего, цивилизация. Ведь вместе с динозаврами они появились якобы. Динозавры давно ушли. Пчелы сейчас с нами. Пока с нами. Вы понимаете пчел и предполагаете, что они вас понимают. Пчелы различают людей? Вы знаете, людей? Понять пчелу я не могу сказать, чтобы я ее полностью. Вряд ли кто-то из людей понимает. Тут на интуициях. Я работаю, я боюсь обидеть, боюсь придавить любую пчелу, одну пчелу. Нет. А всего их сколько здесь у вас? Ну, здесь в каждом улье, вот уж в 12 рамочном, порядка 70-80 тысяч пчел. А ульев сколько? Сколько? Ну, так у вас тут миллион, тут у вас... Здесь сколько... порядка, я его не видите, как стоят. Да, они стоят по два. Так удобнее работать. Один литок на восток, другой на юг. Значит, и я в этом году посадил саженцы. Мне важно, чтобы была тень. Они стоят на поляне, когда жарко, вот когда работаешь, то плюс 30-35 на солнышке, то 20% пчел всего лишь работают на сборе нектара. Остальные работают, носят воду и, выстраиваясь вереницей, загоняют воздух в литок, в нижний, чтобы ни в коем случае не запарился расплод, чтобы температура там была 30-32 там, градуса улья. Это такая оптимальная температура. Поэтому вот здесь эту поляну мне выбрал папа. Я ему предложил три поляны. Отец, где будем ставить пасеку? Вот здесь, сын. Ну, здесь вот мы и поставили. Так вот, я так понял, что у вас тут столько же пчел, может, даже больше, чем людей в Новосибирске?
Миллион или больше. Ну, считайте. Вот. Поэтому здесь мир пчелы вряд ли кто-то поймет. Я единственное хочу сказать, что цивилизация, пчел, законы, которые там присутствуют, очень жесткие. Очень жесткие. Там нет исключений из правил. И организация пчелиного сообщества на несколько голов. Это может быть 10, может 100 голов выше, чем человеческое. То есть нам до них еще расти и расти? Да не дорастем. Вот. Там каждая пчела летом живет 30-35 дней. Рабочая пчела. Каждая минута ее, она... Каждую минуту она задействована. Как только родилась, вот, буквально через несколько минут она отряхнулась и начала уже работать. Нет такого понятия, что ночь, нет такого понятия, что они отдыхают. Если идет взяток, то днем пчелы носят нектар, а нектар — это водичка сладкая. 93-95% влажности. А чтобы пчелы запечатали рамку, нужно 19-21% влаги. Так вот эти вот лишнюю воду, нет, это мошка, дайте-ка я ее убью. Вот, лишнюю воду, они выпаривают ночью. И здесь, если ночью выйдешь, такой запах вот, от трав, от разных трав. А здесь разнотравие у нас, ну, 400 метров, вот Салаирский кряж начинается, тайга. Ну, вот эту тайгу обрубает река Каурак. Небольшая речка, но вода очень чистая. Она не через одну деревню не течет. И люди пьют из этой речки. Это редкость. Вот. Прозрачная вода совершенно. Люди на речку воздействия не имеют, и это ей на пользу. Конечно. Вот. И дело в том, что тут разные медоносы. Те, которые я сею, фацелия скоро будет, через неделю начнет цвести. Это у вас своя земля, и вы тут работаете? Как да, вы... да. Это моя земля, я езжу порой, собираю бутылки пластиковые там. Сигареты, пустые пачки из-под сигарет. Вы самостоятельно управляете трактором или не всегда? Нет, я не умею. А, у вас... Я нанимаю человека. Нанимаете людей. Да. Вот. Так вы кулак, Сергей Иосифович? Не знаю. Ну, это по-старому говоря. Вообще слово кулак хорошее, мне кажется. Оно такое, значит, в хорошем смысле. Сильный, значит. Я запрещаю здесь охотиться. Хотя знаю, что вот тут тропы. Кози есть, и лосиные, вот здесь вот метров, наверное, 300, может, 250, гнездо лисицы. Вы ее видели? Видел, вместе с выводком. Пахали мышиные гнезда при пахоте, значит, это, вверх выворачивали, да. Ну и вышла лисица, и 9 штук лисят. Я остановился, еще посмотрел, маленькие ребятишки. И не боятся? Ничего не боятся. Ну, раз охотников нет. Вот. Что касается, мы вот на пасеке, я бы, конечно, хотел рассказать о пчелах, о продуктах пчеловодства, потому что, к большому сожалению, люди как-то вот мало понимают, если раньше в каждом дворе, в селе, ну не в каждом, может быть, может, в каждом десятом, было 3-4 улья. И хозяева занимались пчелами, то в этом, в наше время, с одной стороны, много брошенных полей.
заброшенных сенокосов, много трав медоносных. А с другой стороны, пчел становится все меньше и меньше. Извините, пожалуйста, вот вы сказали, ваша земля, вы ее купили, она была заброшенной, да, или она это заброшенная? Да, я по ней скупил. Так а вокруг сейчас что-то, вот, кроме ваших земель, тут что-то ухаживается, земля используется? Не знаю. Вот то, что мне достаточно для пасеки, я... Вот, она была, это заброшенные сенокосы, брошенные земли, луга. Мне это, я отсюда родом, мне понравилось это место. Я решил здесь поставить пасеку. Это важно, чтобы понравилось для пасеки, да? Вы знаете, ваше личное отношение. От кого-то зависеть, вот, кому-то напрашиваться, тем более, если кто-то там сеет донник, а ты знаешь, что в прошлом году там росла пшеница, которую обрабатывали химией и удобрениями всякими, то, безусловно, что бы там ни говорили агрономы, при всем уважении к этой специальности, на следующий год в доннике, в нектаре будут следы ядохимикатов и следы разной бяки. Здесь же я слежу за экологией. У меня телефоны на пасеку не заносят. Нельзя. Вот, нельзя. Пчелы болеют часто. Они болеют такими же практически болезнями, что и люди. То есть какими? Да, такими же. Это те же бронхиты. Вот. Те же колиты. Та же дизентерия. Ваш врачебный опыт вам помогает? Безусловно. То есть вы лечите своих пчел как людей? Я не лечу антибиотиками, я не лечу. Я делаю подкормку, когда весной и осенью небольшую, витомом. Вот. Витом, он, дело в том, что несколько лет назад появилось страшное заболевание, такое как воротоз. А скосфероз, ну, он потом несколько, его не столь много, это известковый расплод. А воротоз – это клещ, это пчелиный клещ. Видимо, он где-то, кто-то вывел его, он искусственно появился несколько лет назад, моментально распространился. А, потому-то он и пошел, что он не естественного происхождения? Не знаю. Против него пчелам трудно бороться? Трудно. Не все, по-моему, индийская пчела борется с воротозом. А карпатка, которая вот у меня, среднерусская, самка клеща откладывает яйца на расплоде пчелин, и на трутневом, особенно трутневом расплоде. И то, что выводится, этот молодой клещ, он питается. Дело в том, что цикл развития клеща 7 дней, пчелы 21. Вот. Пчелы появляются, получаются больные, часть без крыл, нет, слабые. А потом этот клещ сидит сверху на грудке у пчелы и сосет гемолимфу, это кровь. Поэтому... Вы про них прям как про детей рассказываете. Ну, что значит, когда любишь то, чем занимаешься, на самом деле, это же я, у меня в душе такое, теплота. Вот, я еще раз говорю, я боюсь, но она залетит, пчелка где-нибудь. Недавно вот, сидели, здесь вечером обсуждали, пчелка прилетела, ночь на улице, и у меня вот сюда села. Тут лампочка горит, вот сюда вот. Я думаю, что ж ты сейчас, а чувствую, вижу, молодая пчелка. Ну, посидел немножко, минут 20, наверное. Сидит, начала умываться задними лапками, брюшко средними, головку помыла, вот глазки, и сидит. Ну, что ж поделаешь, время идти, надо спать, я ее на рамку посадил. Вот, занес в вагон, и она там в вагоне
в вагоне, там у меня до утра было, а потом утром я ее, а я сейчас, да пусть лежит, вот, до утра, утром я ее взял, она снова умылась, спокойно, я ее думаю, сейчас, когда же ты летишь, улетишь, вот, сидит, сидела минут 15, вот, умылась, вот, потом полетела, вот, вот такая вот. Любить надо пчел. Любить, еще раз говорю, как мой папа сказал, не так, не по казуху. Вот, а на самом деле должно быть внутри это все. Можно не говорить много. Пчелы работают молча, да. Или они общаются между собой? Они общаются. Как, расскажите? По-разному. Вот сейчас цветы. Вот там донник вышел, в прошлом году не выходил. Вот. И в этом году неожиданно вылез. Я его 2 года назад сеял. И он не вышел. Ну, видимо, дождей не хватило. В этом году дождей много было весной. И вдруг я обнаруживаю заросли донника. Вот. А потом смотрю на весы. Вот видите, вот один улей на весах стоит у меня. Каждый вечер мы снимаем показания, сколько за день пчелы принесли на нектара. Вот. Так вот, когда пчела нашла донник, быстро находят, у них хоботки, 2 хоботка на головке, они 5-6 километров ощущают запахи все, и они по запаху идут. Так вот, нашли, она прилетает в семью и начинает, ну, пчелы-разведчицы, допустим, они начинают танцы определенные. Это особые пчелы-разведчицы. Да, пчелы разведятся, они начинают там или восьмерки выписывать, они обрисовывают маршрут, куда нужно лететь за нектаром. Вы это видели, как это делают? Конечно, это часто. И что-то может, что-то понятно или человеку не понять? Ну, есть, безусловно, ну, есть книга Кашковского, нашего учителя Владимира Георгиевича. Я потом вам покажу эту книгу, она у меня в вагоне. Вот, и... Поэтому вот эти законы, вернемся к пчелам, давайте к пчелам. Вначале я несколько расскажу о пчелах. Нам, людям, не дано понять, еще раз говорю, и что это такое и как, по каким законам они живут. Не дано понять. Попытки есть, ученые пытаются понять что-то, но почему это происходит? Почему? Вот условно говоря, там одна матка, хозяйка, у которой жало есть. Но она человека не жалит. Она жалит у ксей подобно. Почему, допустим, вот сейчас немножко погодя, будет облет. Это сейчас время у нас 2-й час. Ну, часа в 3, в 4-м часу будет здесь вот так вот крутиться. Пчела, эта молодежь вышла впервые из улья. Они запоминают свой улей, потом на полметра, потом на метр, потом дальше. Запоминают улей, чтобы потом, когда начать уже носить нектар, не попасть в чужой улей. Потому что охрана, которая стоит это вот возле, на каждом, значит, на прилетке, вот, охрана там 40-60 пчел, она смотрит, если чужая пчела идет, чужая пчела, с медом, они ее пропустят. Заберут мед. Она сама ей отдаст мед. Вот. Там есть пчела, которая на самом деле из зобика у нее этот мед берут. И потом там очень по времени, там очень все организовано. Прилетает рабочая пчела, мед принесла. Те пчелы молодые, по которым еще не летали, они берут у нее из зобика мед, нектар,
и уже в ячейку определяют. Это когда она идет с медом. Если она идет пустая, они ее убьют. То есть не выгонят, а прямо убьют? Они ее убьют. Они ее окружат, 3-4 пчелы, смотрю, вокруг, раз. Они убивают, не погибая сами. Если она человека, значит, жалит, остается на, значит, жало в теле человека вместе с мешочком яда, и пчела погибает. Там колющие такие вот будут удары, вот небольшое там, небольшое впрыскивание, и все, и пчела уходит. Я недавно, вот вчера... Это же получается, извините, если провести аналогию с человеческим обществом, это простое преступление, вроде бы простое, да, для них серьезное, перешла границу. Это воровство. Да, конфискация и уничтожение. Это воровство. У них, кстати, очень в этом плане, они вот осенью. Когда... А, это против воров борьба, да? Конечно. Получается? Вот осенью, когда откачка пройдет, и не дай-то Бог будет негде взять, вот тогда будут тут они между собой сражение, да? Разбираться, да. И в первую очередь воровство, они очистят те улья, где нет матки. Бывает. Бывает редко, когда вот, делаешь отводки, подсаживаешь матку. Молодая матка в улье, она идет на облет, чтобы потом червить навстречу с трутнями. А потом по возвращении она либо в другой улей ошибется, залетит, ее убьют сразу. Либо там птичка какая-то, либо шершни. Вот тут гнездо где-то шершней не могу найти. Они пчел ловят и своим детенышам носят. И когда матку убьют, а свежего расплода нет у ульи, то все уже. Через, если ты не подхватишь, не увидишь это, то через некоторое время так называемая пчела, появляются пчелы-трутовки. И семья, горбатый есть... расплод, и семья гибнет. То есть рабочих пчел там не будет, там будут только трутни. А трутни они не собирают. Хотя они очень важную роль выполняют. Каждый, вот, там же три вида. Пчела рабочая, матка и трутни. В каждом улье. Вот. Трутни очень большую роль, это оплодотворение маток. И микроклимат. А сколько вот какое соотношение численное между трутнями и. Да, там трутней немного. Бывает до 1000, бывает 1500, может 500. И получается, что если нет хозяйки, если нет государыни, то эта монархия не может существовать. Там руководит всем. Это рабочая пчела. Как вам ни странно, это из лекций моего учителя Владимира Георгиевича Кашковского. То есть, иначе говоря, у них там такая трудовая монархия, конституционная, там, управляет, знаете, работающим. Как, вот молодая матка, она в день, плотная, она в день откладывает вот до 3500 яиц. То есть она идет по соту, ее сопровождают, кормят, облизывают. Вот, она выделяет такой гормон, феромон. И пчелы, зная, вот этот, чувствуя этот гормон, знают, что там хозяйка есть. Она, увидев пустую ячейку, откладывает дальше. Но если пчелы почувствуют, что матка больна, либо она травмирована, либо пчеловод, видя, что, допустим, ну, обычно меняет маток через год, через два. Это очень хорошие матки, когда, допустим, 3 года она работает. Ты видишь по расплоду, если расплод хороший, плотный, это хорошая матка. Если там ячейки забиты, ну, расплодом, матка рассеивает вот так. Значит, скорее всего, старая матка.
Подождите, подождите. Получается, пчеловоду надо регулярно, как часто надо заглядывать в пули, чтобы не пропустить часто эти ваши моменты? Часто не надо. Ну как, насколько? Ну раз в неделю, раз. Да нет. Некоторые, когда, допустим, вы выпускаете молодую матку, там, лерой зашел, вышел, поймали, посадили, просчитываешь, на какой день, да, вот там матка. Через 4 дня, условно говоря, если погода будет, она на облет выйдет, встреча с трутнями. Через 5-8 дней она будет начинать червить. Вот считаешь, потом, может быть, через недели 2-3 заглянешь, расплод есть, все нормально, семья развивается. А так лучше не мешать. Трогайте, не мешайте. Тут такой же принцип, как в медицине, не навреди, не приведи Господи. Когда смотришь улей, открываешь положок и смотришь, нужно понять, что надо. Если есть какие-то проблемы, какие, как помочь? Если их нет, не лезь. Ну, есть какие-то, допустим, весенние, значит, весенние осмотры, вот, и с определенной периодичностью, безусловно, смотрим. А есть ситуация, когда вы заглядываете и не понимаете, что происходит? Вот, когда есть. Надо... Тогда начинаешь смотреть. Я не договорил про матку. Да-да. Когда матка, видишь, что матка плохо работает, некоторые пчеловоды, я не применяю эту практику, некоторые пчеловоды, я отводками занимаюсь, отводки делаю. Вот. Некоторые пчеловоды, просто у нее 3 пары ножек, они одну пару прищемляют, ломают ножку. Она начинает припадать при ходьбе. Как только пчелы, заметив, что матка начинает хромать, они в дальних уголках улья закладывают 2, ну крайне 3 маточника и выводят молодых маток. То есть особые... Они уже делают замену. А маточник это... Это маточник, это ячейка длинненькая такая вот, из которой выйдет матка. Вот. То есть это тоже обычное яйцо, или как там? Она обычное яйцо, только кормят ее постоянно маточным молочком. А, то есть от кормления вырастает, из ранних кормления вырастает. Там вначале всех кормят, там порядка 7 дней маточным молочком. Потом рабочие пчелы начинают питаться, их кормят нектаром, а матка, она постоянно кормится. Маточное молочко. А маточное молочко это что? Это какой продукт? Это тоже не продукт? Это очень сложный продукт. Это очень сложный продукт, питательный, который вырабатывают железы пчел. Это, ну, практически, говорит, самое ценное. Хотя я потом скажу. То есть это не мед, а многократно уже... Это не мед. Там, это маточное молочко, где плавает буквально личинка матки. Так вот, они закладывают 2-3 маточника, так называемая тихая смена матки. Ставят охрану, старую матку сюда не подпустят, чтобы она не уколола еще в зародыше. Вот, не уничтожила себе конкурентку. Да? Конкурентку. Вот, ее не подпускают, но когда молодая матка выскочит, она выскакивает, и сразу она готова к бою. Если пчела рождается, она проедает, значит, да, пленочку эту, и выходит, еще еле-еле шевелится, матка выскакивает уже энергично, моментально, раз. И если успеют эти вот 3 одновременно практически выйти, они начинают квакать, либо собачий такой вот лай изображают. Слышно ухом, да? Слышно, конечно. Вот. Особенно, когда роевые вот матки. И затем они находят на этот звук, они сближаются, и кто кого успеет уколоть. Моментально там. То есть у них дуэль, они... Моментально. Только сошли, сразу раз, там, хвать, и уколола, одна пошла, а вторая задергалась. Все, уже мертвая. Они
сразу же, значит, уничтожает плодную матку, потому что она плодная, она малоподвижная. Вот. И остается одна, самая сильная из трех маток. Смена поколения, получается. Да, прошла смена, тихая смена маток. Подождите, это же получается, электорат подготовил нового кандидата. Кандидаты провели между собой выборы. Кто сильнее, тот сменяет новый руководитель. Не надо тут рядом и даже ставить вот это. Здесь все происходит правильно, чисто. Вот. Никаких темных черных никаких, технологий. Никаких подковерных здесь ничего не это самое. Все по-честному. Да. Поэтому здесь очень важно. Ну, а пчелы и на людей похожи, как мы видим. Тут тоже правило. И своя какая-то мораль. Может быть. Я часть вот своих управленческих решений, подходов, часть, я использовал методы пчел. Каждый должен заниматься своим делом профессионально. Не дай бог появится какой-то дилетант, у которого в подчинении будут люди, который сам не знает, что делать. Естественно, люди тоже не будут знать, что им делать. И через некоторое время опустятся вниз все. Как тот улей без матки. Разом. Да? Как тот улей без матки. Вот. Разом опустятся. Вот, и все, и не будет. Вот. Поэтому. Вот вы рассказали, как меня идет мягкая смена матки, да? Тихая смена. А, тихая матки. Смена. А вы используете другой метод, вы не калечите? Нет, я делаю отводки. Делаю отводки, но у меня, во-первых, старых маток нет. А что такое отводки? Вы поясните, чтобы было понятно. Это ваши термины. Сильная семья. Где-то выходит, допустим, на 8-9 рамок расплода. Я пару рамок расплода беру на выходе. Вот. Ставлю рядом. Ну, там некоторые. Есть улья. Три улья рядом стоят. Только в другую сторону литок повернут. Две рамки расплода вместе со старой маткой. Ну, старая она относительно старая. Там по полтора года, два года ей. А потом ставишь вощину, ставишь сушь, ставишь рамку с пергой, с медом, то есть формируешь гнездо. Вот. И закрываешь. И все. Матка червит, матка работает. А рамки берешь вместе с пчелами. И там же молодые тогда появляются. Вот закрытый расплод, закрыт, они на выходе. Они вот-вот, через день-два они выйдут. Молодые пчелы, которые посчитают уже этот улей своим. Вот. И плюс я беру ведь это все с пчелами. Пчелы разные. Потом с основного улья я с крайних рамок, где вот перговые рамки, мед стоит, я стряхиваю пчел. Как правило, там молодежь пришла на обед покушать. Вот. Я стряхиваю в этот улей. Потому что, почему стряхиваю? Вот когда пчелы, находящиеся на рамке, вот на двух рамок с расплодом, если это рабочая пчела, она вылетит из улья и прилетит, вернется домой. В свой улей. Вот. Чтобы мне здесь было свои пчелы, чтобы они сумели обогреть расплод и появилась новая семья. А в основном улье там есть свежий, одно-двухдневный засев. На этом засеве они откладывают маточники. В отсутствие старой матки? Они сразу почувствуют. Через два часа уже семья будет знать, что матки нет. Нет феромона, гормона. Все так непросто. Я хоть программист, привык иногда сложные вещи разбирать. Я не все понял, что вы рассказали. Это сколько надо учиться, чтобы... Рой. Пойдем посмотрим? Пойдем. Да-да. Так, это все, оказывается, непросто.
как-то надо еще и экипироваться. Когда-то очень давно, лет 40 назад, я уже пробовал снимать рой. Это дело непростое. Попробуем. О, я вас вижу, а вы меня? Так, надо, наверное, как это... С каким настроением надо к пчелам подходить? А? С каким настроением надо к пчелам подходить? Подходить с каким? Нет, с хорошим. Из какого вышел? Вон рой. Ну, тут человек голышом работает. А? Человек голышом работает. Да, можно и голышом работать. Ну давай, мне палку надо. Или тут уже они пошли? Он несет. Давай сюда. Саш. Они сейчас будут садиться на эту, на рампу. Вот видишь, Тима? Да. А рамка чем-то помечена для них или это обычная? А перо им мажем. Там среди них, как я понимаю, среди них есть... И матка тоже. Рой небольшой. Смотри, чтобы он не ушел. Ты второй, может быть, палку бы взял. А палка это чтобы подальше от людей, да? Это чтобы повыше. Повыше. Вот у меня тоже своя палка выручает, чтобы показать. Он пошел туда, Рой. Видишь? Угу. Уже в ящик. Кругом пчелы, столько, казалось бы, опасных, страшных существ, а не страшно. Это для них новый ящик, да? Ну да, это районный. Ну видишь, на мне сидит. Они... Улетела, наверное, да и на тебе тоже вон. Ну, на руки садились, да? Вот. Но они не обращают внимания, они заняты. Да, ну у них другая задача. Чем им они надо улететь. А, им надо собраться и улететь. Конечно. Создать новую семью. Конечно. Похоже ли это на то, как взрослые дети от родителей уходят? Может быть. Поэтому надо держаться подальше и не мешать. Но создать условия. Сейчас я тебе еще помажу героем. А чтобы они было не мешали. Они у тебя на свою камеру все. Ага. Тут видишь, они садятся. Вроде никуда не улетают они. Это что, как каждая семья, сколько раз происходит рой из да семьи? Да кто ее знает, некоторые совсем не роятся. Некоторые хоть зарасширяйся, все равно они будут роиться. На голове у вас пчела согнать или не надо? Да не надо, зачем? Она отдыхает, пусть. И что вы сейчас ждете, пока они все соберутся на этот? Да, они сейчас вот
на рамку соберутся, мы их в ящик поставим и под вагон. Это сегодня третий вышел уже. А если не уследить за роем, и он куда денется? Уйдут куда-то в лес или что? Они сядут где-то рядом на ветку и будут, а разведка уйдет искать дупло. Вот. Как дупло найдут? Вот. Как дупло найдут, так они улетят. И будут там до зимы, да? Она до зимы, зимой не погибнут. Сколько пчел? Вот сейчас здесь несколько тысяч пчел, как я вижу, уже они собрались. Да, ну, половина семьи, бывает треть семьи уходит. Вот мне на руку села пчела. Ну пусть идет. Ее не надо прогонять. Она отдохнет сейчас, ты сними ее крупным планом. Да, вот я ее хочу снять. То есть ее не надо... Да не трогай, она, видишь, сидит спокойно. Не надо пугать, не надо ее... Да ничего страшного. Наказывать, там, злить она ее не надо. Она отдохнет, он сейчас, потом улетит. Ну, сиди. Ну, пусть сидит. Мне не мешает. Ты работай, она. Вот еще. Не бросайся на двух минут. Не мочай, сиди по себе на стене. Нет, рукой не прижми. Странно мне, какое-то спокойствие, никогда не был так спокойно рядом с пчелами, хотя их тут так много, и они ведут себя беспокойно. Так ты видишь, они спокойно совершенно себя ведут. Это хорошая терапия, наверное, для... Ну, ты же понимаешь, какая энергетика здесь. Вот я даже готов это, как это называется, защиту эту снять. Ну, так сними, да. Ничего не будет. О, да их тут еще больше, чем кажется, из-под сетки. Жалко, я не могу вам показать, как пчела сидит на экране с другой стороны. Экран сам себя не снимает. Ну, пойдемте посмотрим этих красавиц. Только не наступи, ты тут на земле иногда. А. Не погуби никого. Тогда я постараюсь не переступать. Не переступай, я потом подтяну ее. Правда. Какие же пчелы неутомимые. А бывали ситуации, что рой разозлится? Когда да, бывает, конечно. Массовые атаки вы переживали? Бывали. Я одного пацана, когда работал главным врачом в Коураке, пацан ехал на велосипеде и на голову Макрушина. 14 лет ему было. Сел на голову, сел рой. И они его атаковали, да? Кусали? Они искусали его, да. И чем закончилось? Живой. Побрили его, он как ежик. И торчат во все стороны. Значит, эти. Жало. Ну. Артем. Ты подержи, я, наверное, эту... Нет, ты подержи шест, я возьму рамку. Идем? Угу. Чтобы не наступить на это.
зрелище не для слабонервных, кто понимает. Для тех, кто не очень понимает, зрелище не для слабонервных. И что, ни одна вас не укусила? Нет. А что же они будут кусать? И вот теперь здесь будет новая семья. Ну, посмотрим сейчас, что здесь останется, какая. Может быть, сюда сыпем. Вот. А может быть, потом в другую семью. Концентрируются же. Они на запахе были? Да. Видишь, они идут. Вон они. Вон они пошли. Вот они. Видишь? Пошли туда. Вот они идут. А вверх идут, да? Вверх. Вверх. Вот одна за одной пошли. Вот. Вон, видишь? И тут летят отсюда со всех сторон. Работяги. Угу. Ух ты. Друзья, я тоже разулся, потому что на природе ходить обутым в кроссовках, это значит, наверное, половину впечатлений пропустить. Наверное. Так, ну мы. Здесь вы ходите только босиком. Ну, по погоде, да? Да. А если там дождь, что-нибудь, да, холодно? Какая разница? И даже, вот скажем, дождь, если пошел и прохладно, это же закалка получается? Ну, лучше, конечно, ходить, когда солнце не встало, солнышко, по росе. Это вы как доктор советуете, или как сельский житель? Я как доктор, и как целитель, и как человек, который много прочитал народных книг по народной медицине. Многие авторы интересно пишут. И результаты тоже. А мы живем здесь, в Сибири. Посмотрите, какая красота в этом году. Какие травы. Смотрите. Вот. Вон белоголовник. Вот осот. Вот пустырник. Вот, пожалуйста. Вот он. Вы с детства эти травы знаете или стали изучать, когда пчеловодство? Да, и папа учил меня, и потом начинаешь. Вот из осота, вот осот. Вот. Понюхайте, как он пахнет. Вот. Вот это вот. Угу. Вот осот. Вот. Поэтому. Это тоже медонос, да? Это прекрасный медонос. Вы знаете, с него мед получается, он такой зеленоватый цвет, но вкусный. Просто уникально. Если бы вы торговали, то, наверное, предлагали этот мед. Я не умею торговать ему, но я бесу эту тему. Ну ладно. Я не умею, никогда не торговал. Ну хорошо, если бы вы посоветовали человеку попробовать самый вкусный мед, то какой на ваш? Вот первый сорт какой вы бы предложили? Я думаю, что разнотравье. Вот с Алтая идет в основном гречиха, гречишный мед. Ну это при определенных заболеваниях, конечно, это хорошо при заболеваниях крови. Вот. А здесь у нас в Новосибирской области, в Сибири, я считаю, ну лучший мед. Лучшие меда. Все есть здесь. Они же летают. Здесь было очень много одуванчика весной. Очень много. Ведь мед, вот вы только, это дар Божий. Вот. Мало кто знает, может быть, если будет, ну вот если посмотрит наш с вами сегодня диалог, может быть, заглянет в интернет или книгу лучше купит о меде и почитает. Мед по химическому составу он полуты достает. По химическому составу мед аналогичен химическому составу крови. То есть
микроэлементы, витамины и так далее. Там вот... И это раз. А второе, мед относится к редчайшим продуктам, которые не выводятся из организма. Не выводится. Ты ложку скушал, и он буквально, начиная с ротовой полости, начинает организм расхватываться. Калий сюда, натрий сюда. А, то есть ничего лишнего, сюда. Ничего лишнего. Он все... не выводится из организма, он весь расходится. Его все, все, сюда, все к нужно. Сердцу, на печень, да? Все нужное, все элементы нужны. Абсолютно, все, все. Это редчайший продукт, который не выводится из организма и наш. Он расходуется полностью. Вся эта ложка или там две или... И при этом мед может храниться вечно, как вы мне сказали. Да, мед хранится вечно. Настоящий мед. Настоящий, конечно. Ну, вот Бахетле, я еще раз говорю. В Бахетле недавно зашел. Ну, это я не знаю, на что они рассчитывают, эти ребята. Стоит какая-то баночка с какой-то жидкостью. Написано мед. Срок годности 235 дней. Милый ты мой. Фараоны вот лежат порой в меду. И рядом, или рядом в гробнице. Мед сохранен. Добывается он непросто. Вот один отставить. 100 грамм. 100 грамм, Тимур, меда, чтобы получить, пчела должна сделать миллион вылетов. 100 грамм меда. 100 грамм меда, миллион. Миллион вылетов. То есть тот миллион пчел, которые у вас сейчас на пасеке, это им нужно они за один вылет сделают все вместе 100 грамм. Получается. Чтобы получить 100 грамм меда, да. Пчела должна сделать миллион вылетов. Туда-сюда, туда-сюда. Удивительно. Это большой... Еще раз, если он где-то рядом, допустим, медонос находится, чтобы... Потому что если пчела летает 14, до 14 километров, она, если туда на дальнюю точку прилетит, оттуда, пока она будет лететь, она все это скушает. Значит, сюда мы пришли. Вот я не знаю, тут в Томске есть, в Омске, вернее, я встречал человека, у которого есть, это называется «Сон на пчелах». Вот эта избушка, маленький домик мой, он у меня уже здесь работает, ну, наверное, лет, наверное, 6 или 7. В свое время вы на ход только не становитесь на пчелу. У меня уже на затылке пчела пошла. Я тогда немножко отойдем, чтобы было видно домик. Да, он агрессивно, она относится к вашему. Давайте отойдем. Пчелы съемку не приветствуют. Они работают, и вы мешаете. Вон, видите, здесь три улья. Один, второй, третий. Вот здесь отбиваются от мух. Видите, мухи лезут на запах. Охрана отбивается от них. Вот в нижнем литке. Видите, сколько мух? Они все хотят туда. Называется, мухи лезут на мед. Да, мухи на мед. Охрана, вон, видите, она их отпугивает. Она их бьет. Вот. Ну и так далее. С этой стороны три улья в этом домике. Вот. И с этой стороны три улья. Пойдем сюда. Сейчас я покажу. Вот эти ульи тут. Не будем мешать пчелкам, а то они обидятся. Пойдем. Заходите и закрывайте дверь. Кажется, кто-то, может, залетел. Может, кто-то из них залетел. Да, ничего. Вот здесь так называемый домик. Вот здесь две кровати. Вот, посмотрите. Я матрас убираю. Вот. Слышите, как гудят? Вот здесь один улей, 16-рамочный. Здесь один улей, 16-рамочный. Там. Тут три улья. То есть у него крыши нет. В каждом улье
по, если я говорил по 12-рамочным ульям, там 70-75 тысяч, здесь 100-110 тысяч пчел 16-рамочным. Mm-hmm. Вот, в каждом из этих ульев. Так и вот, я сделал как здесь? Вот положок, на положок каждому одел сетку. Потом на общая сетка на все три улья. Пчелы не пройдут. Пчелы не пройдут. Потом на эту сетку я кладу матрац. Вот. Все. Плуты. Вот засранцы и пчелки вылезли. Потом я их это куда-то вынесу. Жалко. То есть здесь сюда можно прийти так, ночью? Вот давайте сюда. Ага. Я сейчас расскажу все. Потом я пчел уберу. Не ночью. Присаживайтесь. Вот видите, вот здесь три улья 16-рамочных. Здесь 300 тысяч пчел. Там 300 тысяч пчел. Два ленинских района. Ну, не знаю. Ага. Ну и вот, человек приходит сюда и ложится на кровать. Факторов несколько, но три основных. Первое. Человек попадает в энергетический кокон. То есть, вот он отсюда, энергетика идет, здоровая энергетика от пчел на человека. Раньше вот наши предки, они плохо становятся, допустим, человеку-пасечнику. Он спиной прижимается к улью. И спиной прижимается к улью и сидит, прижавшись спиной. Здесь же, еще раз говорю, человек, находясь вот на этой кровати, попадает в энергетический кокон. Идет обмен энергией. То есть вы свою не совсем хорошую туда отправляете, а оттуда идет здоровая энергетика. Это раз, это первый фактор. Второй фактор. Вот я, мы с вами уже говорили о том, что пчела приносит нектар, а потом ее, чтобы в мед превратить, выпаривает воздухом. Воздух загоняет крылышками в улей, в нижний литок. В верхний литок влага уходит. Так она не выходит не только в верхний литок, она выходит через эту сетку. Вот вы чувствуете, зашли, чувствуете запах. Вот. Это запах травами пахнет. Травами. Человек находится здесь, он дышит вот этими травами. Это второй фактор. И третий, не менее важный фактор, это... Видите гул? Звуковые колебания. И это может быть даже инфразвук такой. Звуковые колебания. То есть наши клетки, они тоже находятся в состоянии движения. Так вот, наши клетки, наших органов, они переходят в унисон к колебаниям вот этим. Это то, что я сказал. Я вот эти вот несколько лет назад, когда услышал об этом методе лечения, сон на пчелах, это прочитал итоговые материалы по итоговому совещанию украинских пчеловодов. Что такое? Ничего. Пчела на ногу села. Ну, ничего страшного. Сейчас я их вынесу. Вот. Украинских пчеловодов. Так вот, значит, я потом перечитал, там есть институт Прокоповича в Киеве. И есть диссертации докторские, кандидатские по вот этому методу лечения. Я прихожу сюда, я не запускаю это на широкий поток. Пчелы болеть будут. Вот как? Они могут перенять вот эту самую дурную энергетику? Обмен энергетика идет ведь. Угу. Вот. Тут ко мне приезжают родственники, близкие.
очень близкие друзья. Они приходят сюда, берут там газетку, ложатся или книжку, читают, через 5 минут захожу, он спит. Вот, поэтому... Тут такая мирная очень атмосфера. Ну, обстановка, вы же видите, какая. Поэтому вот такое дело. Так, не наступите на пчелу, аккуратно пошли. Нет, сейчас, потом ее... Так, где она, не вижу. Вот она ползает. А, вижу, вот вижу. Она. Сейчас я скажу, чтобы убрали пчел сюда. Пойдемте. Так и жизнь удлинить можно. Как? Так и жизнь можно удлинить. Конечно. Вот. Ну вот. Ясно. Буду. Вот такой вот есть. Буду. Я не знаю, где. Когда во мне, когда во мне накопится дурной много энергии, если уж вы позволите, я знаю, куда ее деть. Пчел, конечно, жалко, но хочется и выздоравливать, когда, если заболею. Если я заболею, к друзьям обращаться не стану. Обращусь я к пчелам. Не подумайте, не подумайте, что это бреду. Сергей Иосифович, а кто это у вас там на пасеке? Это помощники мои, которым я, которых обучаю. Вот, пчеловодство. Некоторые просто просятся посмотреть. Вот. А вот тут два человека, которые со мной уже не первый год работают. Приезжая сюда. То есть они у вас работники? Да, не помощники мои. Не люблю я это слово работник. Это как-то несколько. Вот. Ну, в том смысле, как рабочая пчела. Я люблю, это помощник. Мы вместе кушаем, садимся, вместе работаем. Вот. Просто я уже вот, один приезжает уже третий год ко мне, второй год. Уже понимает все пчел. Поэтому я доволен. Очень порядочные люди. И они, похоже, тоже довольны работой, по крайней мере, если они не первый раз приезжают. Да, нет, довольны. Обсуждаем, я учу их. Но вы строгий учитель? Пчелами. Ну, вы знаете, тут не надо ничего изобретать. Когда человек работает хорошо, скажи ему спасибо, поддержи его. Когда какие-то замечания, ну, подскажи, что нельзя так делать. Если это повторно, тут повтора не бывает. На пасеке, ну, раз сказал, моментально все это. Вы работаете с людьми, которые с первого раза понимают. С первого раза, конечно. Вы, наверное, так себе и работников и на службе подбирали? Или там по-разному? Ну, там по-разному, конечно. Люди ведь... Бывает, безусловно, у каждого руководителя бывают кадровые ошибки. И у меня были. В душу ведь не залезешь человеку. Некоторые очень играют, а потом оказываются сволочью. Ну, Бог этим людям судья. А мне, я очень оберегаю свою пасеку от людей. Подождите, вот предположим, я знаю, где ваша пасека, захочу к вам сюда приехать. Не я, а кто-то. Я уже здесь. Вы меня пригласили, большое спасибо. А вот кто-то захочет к вам приехать, скажет: Сергей Васильевич, у вас слышал пасека, покажите, угостите. Как вы к этому относитесь? Да ради Бога. Я посмотрю, что за человек. Потому что на пасеке у меня многие были. Я с удовольствием, хорошие, порядочные люди. Я с удовольствием показывал им пчел, с удовольствием рассказывал о пчелах, угощал медом. Вот какие моменты? Нет вопросов. Боюсь плохих людей. Оставляют след. Пчелы чувствуют? Негативный след. Думаю, да. Негативный след, причем эта пришлепка, она будет долго торчать на земле. Вот тут года два назад два клоуна приезжало.
Вот. Ну вот эти вот на следующий день хорошие дожди были, и спасибо Всевышнему, что смыл даже следы этих нелюдей. Вот. Ну и еще раз говорю, я всегда говорю, Бог судья, все рассудит. То, что на пасеку я с удовольствием приму. Пчелы, как люди, как пчелы относятся к разным людям? Вы видите разницу? Тут вот что я хочу сказать. Когда идешь работать на пасеку, то у тебя должно быть душевное равновесие. Никаких признаков внутренней какой-то агрессии, кому-то там какие-то проблемы такие нерешаемые или нерешенные. Не надо это. Ты должен спокойно совершенно идти к пчелам. Только с позитивом. Потому что какую-то внутреннюю агрессию они чувствуют человека. Внутреннюю агрессию они воспринимают агрессией против себя. И начинает снизу. Вот. То есть если я подойду злой там или с дурными мыслями, они могут меня покусать? Они могут, да. Могут. Могут. Откроешь, вот улей откроешь, ну и оттуда снизу между рамок вот, начинают выстреливать. Защитники? Ну, пчелы, да. Пчелы. Вот поэтому пчеловоды в основном все эти спокойные люди. Тихие, спокойные. Тут торопиться-то некуда. Тут вечером все это продумаешь следующий день. Потом помаленьку, потихоньку начинаешь без и лишних слов, и лишних дерганий. Вот. Углов острых не должно быть. Это пасека, это природа. Нет, видите, какая красивая у нас природа в Сибири. Нет, нужно ценить и сохранить эту природу. Вот мы сегодня ехали. Нет, я проезжал мимо совхоза лекарственный. Это отроги Салаирского кряжа. Я услышал недавно, буквально несколько дней назад, что там планируется полигон для мусора. Как вариант? Один из вариантов. У кого это в голове родился, этот, поставить мусорную свалку в тайге? У нас два района в области, Маслянинский и Тогучинский, где есть тайга. Настоящая тайга, которым живут разные виды животного мира, куда ходят люди за ягодой. Сейчас все больше и больше людей прозревает, им нужно чистый воздух, нужен чистые продукты питания. Мы ведь состоим из того, что мы кушаем. Это раз. А второе, когда я учился у китайцев, китаец на втором месяце задал, мы четверо учеников были у него, он задал вопрос, откуда человек получает энергию. Человек двигается, все в человеке двигается. Откуда энергию едят? Ну, я так как врач, хирург, практик, я пищи. Нет. Вы знаете откуда? Ну, уже напрашивается от природы, от солнца, от света. Чистый воздух. Нет. Чистый воздух. Именно чистый воздух. Я не знаю, какими проклятиями будут наделены те люди, которые разрешат полигон мусорный сделать в отрогах Салаирского кряжа. Там речки чистые. Я сейчас покажу вам там вот в южной части от вас, да, на юг, там, где сейчас солнце? В той стороне, да? Да, вон там, вон он, Соловьевский кряж идет. Он проходит. То есть рядом с вами здесь? Гряда, которая делит Тогучинский и Маслянинский район.
и который уходит туда, в Кемеровскую область. Вот. Поэтому я не думаю, чтобы наш губернатор разрешил вот эту всю эту мусорную свалку сделать на территории Таежного района. Так у нас так получается. Я не думаю. Я уверен, что Андрей Александрович все это поймет и правильное решение примет. Нельзя. Ну, это район будет уничтожен. Вы же понимаете? Роза ветров. Там речки текут. Таежные речки. Сотни грузовиков в день с мусором будут с Новосибирска направляться в тайгу. И тут это что, вы считаете, то 100 гектарами все это ограничится? Да нет. Только начни. И все. Потом безостановочно. И будет то, что будет вот под городом Новосибирском, вот это все. Вот. И тайга будет, и растительный, и животный мир будет уже, если не уничтожен, то мутирован. Это страшные вещи, кто-то задумал. Я вот делю людей на людей и нелюдей. Вот это сделали и хотят сделать нелюди. Куда же этот мусор теперь девать? Так у нас везде живут люди, везде природа. Есть же мусороперерабатывающие заводы. Куда деваются? В Германии. Что там, мусора нет? В Австрии. Что там, нет мусора? В Японии, которая... В Японии. Ну что? А здесь, понимаете, идут по легкому пути. Территории много, да, давай мы. А нам плевать, что будет при наших внуках. Мы, может, и жить здесь не будем. Давай, все загадим. Нельзя это делать. Вот если не приведи Господи, пчелы уйдут, следующие мы. Тараканы уже ушли. Следующие говорят. Мы. Как только пчела уйдет, а вы через несколько лет вот, нет, не будет ни опыления, ничего не будет. В основном-то они работают. Шмели, дикие пчелы, которых мало. Вот. В основном пчелы. Вот. А уйдут они от дурной природы, а дурная природа загубит. Если от дурной экологии они уйдут, а дурная экология и людей загубит так же, как и пчел. Мы сами себя уничтожим. Бывали у вас случаи, чтобы пчелы чем-то отравились или вот что-то такое? Нет, у меня не было, но я то там читаю, что вот. Я очень... Мой мед, он отличается от других медов вот, так видимыми двумя факторами. Я вывожу пасеку в мае сюда. Вот. И пчела берет все весенние медоносы. Мать и мачеха, одуванчика, здесь море, все в одуванчиках, все они берут отсюда. Потом какие-то еще весенние медоносы. Дальше в лето переходим. Фацелия, донник, пустырник, синяк, мордовник, вот то, что я сею. Плюс вот рядом 400 метров Садырский кряж. Там Иван-чай, кипрей. И вы видите, сколько всего цветов вокруг пасеки. Полно. Все это берется. Вот. А потом все это переходит в осенние медоносы. Вот. Тот же, допустим, сюрепка второй раз цветет. Осот. Нижние цветки цветут. И вот это все, понимаете, то есть вот пчелы отсюда, я не обрабатываю химией, ничего, ни в коем случае. Мне предлагали, когда Брей пошел и уничтожил мне полполя донника, мне предлагали, Сергей Иванович, ничего, не справитесь вы с Бреем, надо химичить, да, надо химичить, химией. Я говорю, ребята, я свой мед есть не буду тогда, я не буду. И мне случайно, ведь в нашей жизни случайность – это не случайность на самом деле. Мы на одной площадке живем с Виктором Александровичем Гергертом. И в лифте встретились. Я говорю, Александр Александрович,
Ты помоги, пожалуйста, вот, посоветуй, ты же сельхозник, посоветуй, что делать мне, прей наступает. И он говорит, так и так. Это очень такая культура, очень выносливая, это раз. Ну, корень идет на глубине где-то 18-15 сантиметров. Длиной, ну, почки периодически, длиной корень прия достигает до 3 километров. Вы представляете? Вот. И говорит, вот 2 года назад восхнили, изобрели мужики чесалку. Я к этим людям. Они меня научили. То есть запускается дискатор, рубится корни, прия, а потом чесалка. Чесалка, трактор должен идти со скоростью не менее 14 км в час. А, выбирает этот корень, да? Да. И вот сзади, если при такой технологии, то сзади где-то примерно столб земли высотой 60 сантиметров. 60 сантиметров, а так как земля наша тяжелее, она вначале падает, сверху падает вот эти вот обрывки корня. Ну вот так на даче, я так на даче вычесывал вилами. Ну вот, а я здесь вилами не это самое. И солнышко сохнет. Вот сейчас я проехал, посмотрел, там островок зеленый поднимается, там. Сейчас трактор зайдет, снова рубим, снова чешем. И пока все не вычешем, а потом посеем. Вот. А потом будет здесь, я хочу вот посеять экспорцет. Он многолетний, до 10 лет вот, медоносит. Вы сказали, что фраза такая была у вас, я такой мед есть не буду. А какой мед вы предпочитаете, какой вы едите? Как свой. Как много? Как который вот из них, который весенний, осенний, летний? Нет, вот послушайте, вот первое, то, что они берут все лето. У меня весной, летом, осенью. Я качаю один раз. Я качаю осенью, когда вот 14 августа пройдет медовый спас, я освещу мед свой, вот, и тогда уже я начинаю качку. Вот, качку провожу, и через некоторое время мы тогда отсюда уходим. Вот такое вот. Вот примерно уходим туда. То есть у вас мед такой, получается, комплексный, все ну, травы в одном. Да, вот особенность. Во-первых, нет химии. Вот. Вот в Праге недавно пробы, анализ проведены моего меда. Он соответствует евростандартам. Вот. Нет ни химии, ни антибиотиков. Там нет. Так вы, значит, если бы вы торговали, вы говорите, вы же не торгуете, если бы вы торговали, то смогли бы продавать свой мед в Европе? Тимур, я не умею торговать, поэтому так. Меня это... А куда ж только меда? Вот, значит, это вот то, что они берут, все, а потом я качаю один раз. Что касается, как называем, весеннего меда. Ну, может быть, где-то на юге это и делается. Но у нас в Сибири это так, лапшу на уши, на людям. Потому что, ну, это либо это, либо пчеловод, не пчеловод. А как распознать, я уже вас как-то спрашивал, как распознать настоящий мед? Да я сейчас договорю, да. Пчеловод, не пчеловод. Рой! А? Мы сняли рой, достаточно, да. Вот. Пчеловод, это значит не пчеловод. Если он забирает весной, после зимы, особенно голодной зимы, мед у пчел, то я этих людей пчеловодами не называю. А, они разрушают. Мед весной нужен для развития семьи. Они приносят и пергу, и мед. Вот. Это нужно им, не надо забирать у них. Когда уже откачка идет, и то мы смотрим, сколько, 25 килограмм оставляешь семье
на зиму, но остальное выкачиваешь. Вот. Они, видите, я расширяю корпусами. Один корпус, второй корпус, магазины пошли. Сейчас взяток пойдет, я наброшу еще по паре магазинов или по корпусу. Вот. Это вот, что касается... Возвращаясь к тому, что люди приезжают, я с удовольствием встречаю моих друзей. Я с удовольствием... Они спрашивают так же, вот, как вы, я рассказываю о мяле. Я очень хочу, чтобы они для лечения себя, своей семьи, ребятишек, детей, внуков использовали меда. Я их угощаю своим медом, зная, что это... Я даю гарантию, что это чистый мед. Давайте, поскольку я первый раз возьму с кого-нибудь гонорар за свою съемку, вы мне... Можно я медом угощусь и будете считать, что это достойный гонорар за то, что вы согласились рассказать мне про мед? Хорошо. Значит, поэтому напрашиваются многие. Одного по ошибке запустил, просто по ошибке, не распознал человечка. Вот. Фамилию не станете называть? Не стану. Он работал на одной работе, потом пошел на другую. Вот. Сейчас на третью. Ошибся я. Разрешил. Вот. Второй его сослуживец очень хотел. Лет, наверное, 6 просил. Покажи пасеку. Покажи. Но я знаю, что человек дерьмо. Дерьмо. Это... Там человеческого мало. И допускать до пасеки я не хочу. И я так и не разрешил этому человечку приехать сюда. Друзей, еще раз говорю, порядочных людей я с удовольствием приму. И все, что есть у меня, все покажу, расскажу, вот, угощу. Мне приятно оказаться в числе людей, которые допущены к вам на пасеку. Ну, на самом деле, Тимур, это серьезно. Это мы мало что понимаем. Вот. Я в этой связи вспоминаю слова папы моего. Когда у меня не было вот этих вот всего своей, кусочка своей земли, где я приезжаю и чувствую себя дома. Я выезжал по-разному. Где-то узнавал, что донник там, где-то узнавал, что где-то в тайге. В тайгу выезжаешь, и один, я не боялся, и сейчас, собственно, не боюсь. И он мне говорил: сын, запомни, ты выезжаешь в тайгу, ставишь свои ули на поляну, ты знаешь, что ты там в гостях, ты временный человек, там ты временно. Вот там... Вот видишь, значит, много лет уже, значит, это нора барсука, много поколений. Он здесь живет, это его дом. Вот, пожалуйста, гнезда птичек, не трогай их. Вот муравейник, вот их дороги. Никогда не ставь вагон на там, где дороги муравьиные. Вот. Поэтому береги, ты приехал. И ты уедешь, а им оставаться жить здесь. Вот. Поэтому это очень серьезно. Я эти слова папы моего помню и буду помнить всегда. Я никогда не нарушу, я не разрешу здесь охотиться. Я не... Вот недавно поймали, я был в Новосибирске, еду, вот, где вот там вот, в углу пасеки, да вот рядом. Лисенка, ребята, поймали. Ну, ребенок. Зашла. Мышей тут покосили, вот, выкосили траву. Там, видимо, она кушать захотела. Здесь выводок, я говорил, недалеко. Ну и зашла за мышом, за мышами охотиться. И тут ребята увлеклась. Они ее поймали, посадили в раевню. И я приезжаю. Бинтом связали ей, значит, ноги. И, значит, это. Когда мне позвонили, знаете, мне сразу
установка сверху была там так и так, бешенство и так далее и тому подобное. Да, бешенство. Я видел это состояние звериное. Вы видели людей, укушенных, заболевших бешенством? Да. Я тут, когда работал, понятно. Я открыл, я говорю, ну-ка откройте ящик. Открыли. И вот ты понимаешь, сидит лисенок, как потом оказалось, девочка, такая, понимаете, вся чистенькая, глаза такие зеленые, и на меня так умные, такие внимательно-внимательно меня смотрит снизу. Я как эти глаза увидел, думаю, боже, это чистенькая такая, усики такие, значит, ну, ребенок еще, вот, лисенок. Я взял, поставил в машину, увез, ну, километра два и отпустил. Отпустил, побежал. И дай бог, я не знаю, у кого рука поднимется вот на таких вот ребятишек, маленьких пусть они. Так вот, возвращаясь к мусорным всем делам, эти люди или нелюди, которые хотят здесь в тайге сделать мусорный полигон, пусть подумает о том, как тут будут жить и лисы, и люди, и люди, и косули, и лоси, и муравьи, и пчелы. Зачем? Зачем, с какой целью вот это все делается? Они не ведают, что творят. Ведь потом это, как зайдешь в этот лес? Сразу воздух тот, который имеет место быть при выезде из города Новосибирска, когда проезжаешь мимо свалки. Да, там, наверное, пчел нет, одни только мухи. Да. Так вот, в отношении людей, здесь вот несколько дней назад Новосибирск праздновал столетие со дня рождения Юрия Михайловича Магалифа. Я знаю этого человека. Я говорю, знаю, не знал, а знаю, а что в моей душе оставил глубокий след. Он жил в Тогучине, когда Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов приезжали ко мне, они трижды были. К вам приезжали вот эти известные люди? Да, они в Тогучине. Это когда вы еще работали в Тогучинском санатории? Да. Я просил Юрия Михайловича при первом приезде, чтобы он рядом был, потому что я уезжаю, люди приезжают впервые. Ну и Юрий Михайлович был, ну, интересные вообще разговоры, и Николай Николаевич поэт, прекрасные люди, вот, известные это знаменитости наши, Александра Николаевна и Николай Николаевич. Вот. И Юрий Михайлович был рядом. И Юрий Михайлович был на пасеке несколько раз у меня, приезжал, мы с ним чай пили. Он, я не любитель, я не понимаю стихов, ну не привык, я не читаю стихи, тем более не запоминаю. А тут вот Юрий Михайлович что пишет, они тебе по душе мне, я с удовольствием читаю его книги. И я глубоким уважением отношусь к нему, к Юрию Михайловичу. Вот 100 лет. Вот, я считаю, что я читал в интернете, что памятник нужен. Это личность, которая жила у нас в Новосибирске, работал. Вот, он многое сделал для, как человек, как коллективу санатория Тогучинский, тем людям, которые приезжали в санаторий Тогучинский в то время. Он, как правило, проводил вечера поэзии. Да. Вообще уникальный человек, уникальный. Да. Это жаль, что такие люди уходят. Да. Вы сюда приезжаете работать или отдыхать? Я вот уже
наверное, лет 30 в одно время ухожу в отпуск. То есть весной, я где-то в мае, в середине мая беру отпуск и уезжаю сюда. В санатории было проще взять отпуск, потому что я был главным врачом. Вот. Но губернаторы, с которыми я работал, они, зная мою вот такую увлеченность, они отпускали меня. Отпускали сюда в мае месяце, я уходил на месяц 10 дней, несколько лет уходил. Вы знаете, восстанавливаешься, очень быстро восстанавливаешься. Вы видите, я хожу босиком. Вот, воздух, питание. Я в деревне покупаю свежие продукты, молоко, творожок, масло, сметану, хлебушек. Вот. Поэтому вот работа, движение, общение с пчелами. Здесь аура другая, здесь энергетика другая. Вот даже мы сейчас сидим здесь, вот сейчас облет начался, вы видите. Угу, стало шумно. Вот. Шумно стало. Вот. Шумно стало. А мы можем пройти, я покажу вам, что. Пойдемте. Угу. Такой вопрос хотел задать. Вы же работали с несколькими губернаторами. Ага. Опыт работы у вас богатый. Как вы думаете, у кого из губернаторов лучше бы получилось быть пасечником? Не знаю. Кого бы вы вот, взяли в помощники? Облет. Вот видите, вот смотрите, сейчас, вот сейчас. Вон пчелы, которые стоят головкой к литку, вот они. Это они, вот, вот они загоняют воздух, вот один, вот вторая. Они загоняют воздух туда, они вентилируют. Они реагируют вот на эту волосатость. Тут у меня микрофон мохнатый, да. Ну и... Это, наверное, облет был, Жень! Не был уже облет. Угу. Вот. Поэтому здесь вот не знаю. Ну, кого лучше получится? Губернатор. У Единка, у Юрченко, у Городецкого. Кому бы доверили хотя бы? Ну, Виктор Александрович Толоконский, он не мед, у него, видимо, аллергия. Вот. Я думаю, что Единок был Иван Иванович у меня на пасеке, когда проиграл. Виталий Петрович, он был у меня здесь, вот. Ну не здесь, я в другом месте стоял. Вот, с удовольствием этого человека принял и вот, мы показал. Вот. Городецкий нет. Ну, если будет время у Василия Сеевича Юрченко, если будет время. Вы его поучите немножко, да, этому делу? Да я думаю, что он сам из деревни, он сам знает. А, ну да. Поэтому я думаю, что у Василия Сеевича получилось. Что-то пчелы стали больше шуметь. Облет идет. Облет, это... Облет идет. Молодежь вышла. Она сейчас запоминает ульи свои. Вот, отлетает на полметра, на метр, на 2 метра. Вот. Еще может 1-2 облета, потом они пойдут уже за нектаром и возвращаться будут в свой улей. То есть вот эту, такой немаловажный фактор. Облет идет где-то примерно в разные дни, но начиная с 2:30 до 4 часов, вот так. Это как бы дети ходят в школу, да, можно сравнить с людьми? Ну, я не знаю, куда они ходят, но они вот, видите, во-первых, шум пошел. И вот сейчас вот рой спутали с облетом. Массовый облет пчел. Иногда они сидят по несколько дней из-за дождей, а потом солнышко. И как полетит здесь, все гудит. Все гудит абсолютно.
Я хотел бы еще вот о чем сказать. В свое время очень важный вопрос. Супер важный. Вот если меня услышат те люди, которые отвечают за эти направления работы, и они меня услышат, то можно сделать очень много доброго для нашей Новосибирской области, для населения Новосибирской области. И городского, и сельского. В свое время я занимался развитием пчеловодства в Новосибирской области. Что для этого нужно было сделать, и мы сделали. Мы сделали закон о пчеловодстве в Новосибирской области. То есть был подготовлен законодательный акт, серьезный законодательный акт, вот, который должен был пройти через ЗАГС собрание. А затем уже, согласно этого законодательного акта, мы бы начали работать. К большому сожалению, то Министерство сельского хозяйства в то время оно не поддержало. А вот это идею мою развития пчеловодства в нашем регионе. Что я хотел сделать? Ведь разрушились колхозы, совхозы. Люди в деревнях могли бы заниматься пчеловодством. Не пить водку. Вот. А мужики, у которых деды, соседи, имели и имеют пасеки, они бы потихоньку начали бы разводить пчел. Брошенных полей, лугов много. Вот. Это занятость. В селах занятость людей, которые бы уже имели. Некогда бы пить водку было. Нужно зимой готовиться к лету. Ремонтировать ули, строить, сбивать рамки, шить полошки, ну и так далее, и тому подобное. И вот человек бы был занят. И когда прошло лето, он бы накачал, условно говоря, там 5 фляг меда, одну оставил себе на зиму, на еду, а 4 сдал бы куда-то. И вот в это «сдал бы куда-то» уперлась вся вот эта хорошая идея. Наверное, заподозрили, что кто-то хочет стать монополистом? Я не знаю. Вот. Я планировал таким образом. Вот как после того, как ЗАГС собрание утвердит закон о пчеловодстве, выйти на губернатора и попросить его. А мы уже собрались, многие, несколько сот пчеловодов. Человек 300, наверное, мы собрались. Ну и я сказал, что так и так. Как примут закон о пчеловодстве, я думаю, что я найду слова для губернатора, который поддержит эту идею. Вот. Поддержит эту идею развития пчеловодства. Нужно создать какую-то структуру, которая бы занималась покупкой меда. И не только покупкой меда у наших пчеловодов, у новосибирских. Покупкой и фасовкой меда. То есть это должна быть государственная или полугосударственная структура, куда вот этот человек, который накачал 5 фляг, 4 фляги привезет, и по утвержденным ценам он сдает этот мед вот в эту структуру. Вот в этот мини-завод или завод, там макси-завод, не знаю. В Башкирии все это развито очень серьезно. Можно посмотреть там, съездить, и это там уже государственный уровень, но это нам до них далеко. Вот. А дальше этот, перед тем, как сдать мед, он должен пройти лабораторный контроль, что это на самом деле чистый,
экологически чистый продукт. Пройдя лабораторный контроль, эта структура принимает этот мед и фасует по 15, по 10 грамм, по 20, по 50 грамм мед фасуется. И затем это раздается, мед чистый, хороший мед, наш мед новосибирский, прошедший лабораторный контроль. Он раздается в детские садики, в школы. Там, раздается именно, вы говорите, раздается. Раздается. Раздается, это бюджетная структура, условно говоря. Они там, я не знаю, или, ну, какие-то механизмы будут. Главное, чтобы наши ребятишки, наши дети в садиках, если у него нет аллергии, в школах, они кушали мед. Вот а что деньги вы предполагали им бюджетные, что бюджет будет покупать у пчеловодов или как? Я не знаю, как это ну, дальше. Чтобы раздавать детям? Я не знаю. Видимо, кто-то должен приобретать. Он же тоже ведь он не будет за так сдавать. Он вложил свои средства. Вот. Этот механизм можно продумать. И важен результат. Чтобы ребятишечки наши кушали не какую-то дрянь, которые продают сейчас на каждом углу, вот. А уже сертифицированный, чистый, экологически чистый мед. Да и не только мед. Ведь продукты пчеловодства – это и перга, это и прополис, это и трутневый гомогенат. Много чего. Это и вот сейчас, пожалуйста, гоняются за пчелиным подмором, настойки восковой моли. Много очень полезного можно получить отсюда. Очень много. При разной патологии. Я уже говорю как врач. То есть вы хотели совместить сразу два процесса. Это дать работу людям как пчеловодам и направить мед на добрые дела. Да. Наши дети, они должны кушать хорошие, чистые, экологически чистые продукты. Вот. Малыши, еще раз говорю, в детских садиках, а они не видят. Почему этот проект не прошел? Ну, причины какие-то назывались? Есть. Или причина, потому что автор... Министерство сельского хозяйства. Пыхтин. Я не знаю, может, зависть какая-то. Я ничего корыстного у меня не было за душой. Абсолютно ничего. Абсолютно. Рой, да? Пусть сидят. Сейчас ребята снимут. Ну, поднялся уже. Вот. Ничего корыстного не было. Абсолютно. Для меня, у меня у самого 6 внуков. Понимаете? И ваши внуки, я так не сомневаюсь, что у них... Они кушают все мед. Они любят мед. Я их... Вот перга, вот ведь мало кто знает, что перга – это пыльца, которая переработана пчелами с добавлением их ферментов. Цветочная пыльца, а не на лапке. Наматывают, как вот такие, как веретено, получается. Вот эти вот кристаллы, пыльцы, они приносят в улей. И там... эти вот кусочки снимают и в ячейку, в сот, вот, головками утрамбовывают, потом заливает свои ферменты, потом снова пыльца, утрамбовка, потом залить медом, заливается. Пыльца, она сильнейший иммунокорректор, сильнейший. Это повышает иммунитет, иммунная система работать начинает лучше. Она держит возраст, вот эта вот пыльца. То есть ничего плохого от меда и от медопродуктов нет. Ничего плохого. Я удивляюсь, почему до сих пор вот так
какое-то пренебрежение. Вот, ну ладно, там эти вот гаденыши попытались там что-то доказать, что министр не может быть пчеловодом. А я заряжаюсь вот в этом отпуске, а потом выхожу, и всю зиму я работаю. Вот, работаю, не выходя на больничный. Я никогда не выходил на больничный, кроме вот этого, когда вот эта крутоверть вокруг меня началась. Вот. Сейчас у вас основное дело это пасека или еще что-то есть? Нет, пасека. И ваш мед, вы говорите, вы на склад отправляете? Я отдаю моим друзьям, родственникам, раздаю и на склад отправляю. Сейчас вот планирую отдать мед в некоторые учреждения. Просто отдать? Отдать. Ну как? Понятно. Просто я хочу, чтобы. А потом дай бог, что кто-нибудь возьмется и вот эту структуру, как говорите, как я говорю, решит эти все вопросы. И тогда уже будет. Это польза везде. И селу, и городу. Потому что фурами идет с Китая 80% медов. Это фальсификация новосибирская. 80%. С Китая фуры идут. Там нет пчелы в этом меде участия. Это, а у нас это, в Сибири это уникальное. Пчела есть. Вот пойду покажу ваших пчел. Идите. Вот они. Солнышко вышло. А, и там он рой собирает. Это сколько работы? Это в котором часу люди встают, чтобы. Или вы встаете, когда, чтобы сделать вот эту работу по пчелам? Я встаю 5:30 каждый день, как вставал раньше, так и встаю сейчас. То есть пчела когда вылетает, в котором часу? По-разному. Ну, где-то в 8:00, смотря как погода. И вот. Пока солнце светит, они работают, да? Работают, да. Я раз, это давно, правда, было, в 8:00 сижу в тайге, один сижу, там приготовил, что-то мама мне дала, там молока, хлебушка, вот, костер сделал, сварил там что-то себе, там яйца, вот, сварил. Ну и сижу, завтракаю, в 8:00, 7:30, смотрю, рой пошел, 7:30 утра. Нет. А по пчелам ведь можно судить о погоде. Вот иногда хорошая погода утром начинается, а они сидят, не вылетают. Значит, дождь будет. Понятно. Вот. А если вылетели с утра, начинают работать, значит, хорошая погода будет. Причем еще, когда смотришь на закат, как солнышко садится. Если в тучу, 100% будет дождь. А тут видно все. Понятно. Это не гон. А если без такое ясно, то не будет. Будет хороший день. Сколько времени жизнь пчелы? Говорили, сколько. 30 дней, 35 это а лето. Сколько, на сколько лет нужно продлить свою жизнь? На сколько лет нужно продлить свою жизнь, если не только. Ну, я понимаю, о чем вы хотите сказать. Да, пользоваться пчелопродуктами, ну и ухаживать, вернее, вот работать не пчелами. Знаю. Сколько Бог Всевышний отмерит. Не, ну а как врач, вот, как вы считаете, использование пчелопродуктов, оно удлиняет жизнь человека? Да, конечно, конечно, конечно. Я же говорю, что все, если ну, все чистое, если все очень экологически, экология, это сейчас на первое место выходит. Натурально, да. Это да. Это вот то, что мы в наших супермаркетах видим, не дай-то Бог. Ну хорошо, вот. Спасибо вам за рассказ. Я думаю, еще много о чем можно рассказать про пчел и про людей. И мы еще увидимся, надеюсь, даже
Не, может быть, на пасеке, может быть, не только. Спасибо вам большое, Сергей Васильевич. Спасибо. Спасибо тебе. Будем надеяться. Сергей Васильевич, вы всегда за рулем самостоятельно или у вас есть водитель? Нет, водителя нет. Сейчас я самостоятельно езжу за рулем. Я люблю ездить. Я люблю ездить на дальние расстояния, думать. И вот. Ну а летом я езжу в основном на пасеку. Езжу домой в Тогучин. Дом все-таки в Тогучине. Тогучин, я не горожанин, Тимур. Я не горожанин. Я. Какая у вас была первая машина? Первая машина? Запорожец. Да, Запорожец. Это вы еще врачом работали? Ну, я купил, ремонтировал ее долго. Но она была не новая? Нет, не новая. Она с рук. Ремонтировал, ездил, учился ездить. Потом пересел на Жигули. На Жигули тройку. Вот. Ну, а потом так получилось, что нужны были деньги. Я продал Жигули. И все, машин особо больше не было. Потом уже, когда заканчивал работу в санатории, я купил другую машину, вот, побольше. Вот. А доводилось ли вам быть полезным на дороге? Я имею в виду как врачу. В поезде. В поезде возвращался с Новосибирска, с Москвы. И так получилось, что перед Новосибирском занесли женщину, которая попала под поезд. И отрезала среднюю треть бедра, ногу. Ничего себе. Вот. А там в этой кровотечения нет, потому что там вот такой вот сдавливание синдром был. Но тем не менее, женщина была в шоке. Все, что можно было, не отложек, как правило, нет. Ни в поезде, ни в самолете, к большому сожалению. Но накормил анальгетиками и наложил жгут. Ну и скорую вызвал, естественно. Потом скорая забрала ее. А на дороге вот за рулем Бог миловал таких? А на дороге Бог миловал, да. Вот. Что касается, я люблю подвозить тоже людей. Вот вижу, что стоит женщина с ребенком. Или какой-то, ну, естественно, не какой-то воинственный товарищ, вот, потому что в свое время, в детстве, нас с мамой, мы тоже, транспорта не было никакого, жили бедно, и
Нас иногда подвозили там на лошади, на машине. Я это помню все. Ну и в свою очередь хочу каким-то образом отплатить добром за тот период. Вот. Понятно. Сергей Васильевич, я сейчас задам вопрос, на который можно не отвечать, но он мне все-таки интересен. Зачем вы меня позвали на пасеку? Ну, при первой встрече, когда вы брали интервью первое, во-первых, мы говорили о пасеке, а во-вторых, я пообещал вас пригласить, когда будет возможность летом на мою пасеку показать на самом деле то, о чем мы с вами тогда говорили. Да, да, вот, было такое обещание. Да. Поэтому я и позвонил вам. Вот. Вы согласовали, мы с вами время. И я с удовольствием воспринял, чтобы вы посмотрели на самом деле, да, пасека, да, Выхтин занимается. Вот. Все как есть, все как говорил. Ну, замечательно, мне очень понравилось, большое вам спасибо. Надеюсь, то, что мы отсняли, и как, когда я все это в эфир выпущу, будет интересно и нашим зрителям. Спасибо, очень хотелось бы. Вы знаете, хотелось бы то, чтобы увидели люди, что у нас в Новосибирской области можно развить пчеловодство. Можно. В разных концах, в разных районах. Это не только министру можно, да? Да ну, какой там, ну, о чем там говорить. В каждой деревне должны быть пасеки. В каждой деревне. Дети должны в школах. Должны вот в северном районе, и это отставить, в Устьярском районе, по-моему, Владимир Георгиевич Кашковский говорил, что в школе ввели предмет пчеловодства. Угу. Понимаете? И да, дети... Да, да. С таким интересом слушали, это ведь очень полезно. И мало ли как сложится судьба у ребенка, как сложится жизнь. А вдруг так получится, что он может заниматься пчеловодством. И пчеловодство поможет ему каким-то образом стать человеком. И вы теперь будете пчеловодством заниматься все ваше... Как теперь очень много свободного времени. Как вы думаете, а если вдруг вам поручат или предложат какую-нибудь ответственную работу вдруг, как вы по-прежнему будете пчеловодству уделять время? Пчеловодству я буду обязательно уделять время. Это однозначно. Или вы теперь уже пенсионер навсегда? Перестаньте вы. Ну да, извините, пожалуйста. Нет, перестаньте. Ну ладно. Поэтому нет, я буду заниматься пчеловодством. Всегда, где бы я ни работал, это... Я люблю этим заниматься. Я учусь работать. Вы знаете, мне нравятся люди увлеченные, мне нравятся люди интересные. Особенно мне интересно показать таких людей вам. Поэтому пишите свои комментарии, что понравилось, какие есть вопросы. Передам их Сергею Иосифовичу. Или те, которые будут предназначены мне, отвечу сам. С вами Тимур Ханов. Пока.